мы любители планерного спорта. Закрылок... А, отлично. Посмотрите на мечту любого планериста. Работа под грядой, смотрите. Эй, стрелки лежат. Помчались. 5 метров в секунду. По прямой. Облака пошли. Здесь ничего не видно. Опускаю нос. Чтобы разогнаться. Закрылок. Давай на единичку. Ю-ху! И мы мчимся в сторону границы с Ботсваной. Ну вот смотрите, следующее облако. Мне нужно выбрать точку, где оно тянет. Сейчас попробуем. Соответственно, сделать свечку. Тут у нас переходит скорость в районе 220. Вот как это выглядит. Сейчас подойдем, должно потянуть, и будет поклевочка. Сейчас нолики, пока скорость не сбрасываю. Опа, пошла. Ой. Крылья летят в небо. Оп, и... Ю-ху! Опять облака. Вариометр пищит. Разгоняемся. Помчались дальше. Ю-ху! Молодец, отлично за кругом работаешь. Это высшее наслаждение. Летать по гряде просто кайф. У нас сегодня планируются, возможно, грозы. Вот, смотрите, какой чемодан вырос. Но они очень красиво работают по линии. Видите, с левой стороны вообще нету ничего. Абсолютно никаких облаков. И поэтому можно идти по линии вдоль пустыни Калахари. И по этой линии развивать гигантскую совершенно скорость. То есть сейчас можно там 180 км в час среднюю скорость держать. В общем-то, не особо не парить. Но вот эта дырочка сейчас побольше немножечко. Поэтому мы ее на ней немножечко высоты, так сказать, подсбросим. Но потом ее сразу наберем. Так что вам такой вот был кусочек из работы под грядой. Такой нескучный. Ну и главная музыка у нас, видите, соответствующая. Под такую музыку можно фигачить вперед! Ой-ой-ой! Скорость, главное, не превысить. Но 250 еще ничего, а больше уже будет перебором. Все! Всего доброго! Мы продолжаем любить планерного спорта.